Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Kia Spectra 2007 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра. Пробег 152 854. Крышка и мазозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр 12 килограмм. Второй цилиндр 12,5 килограмм. Третий цилиндр 13 килограмм. Четвертый цилиндр 13 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.